你好，取快递。画面中穿着快递员制服背着大包的俄罗斯小伙叫尤瑞，他正跟着快递员师傅学习如何去客户家里上门揽件。日前，尤瑞参加某物流平台发起的体验快递员一小时上门寄件活动，在北京朝阳门片区开始为期一天的快递员工作。早上7点，在经过网点负责人简单培训后，他跟着快递员师傅开启揽收快递上岗实践。мы приезжаем в место, где находится человек с посылкой, который хочет отдать. Приезжаем в это место, звоним по номеру, просим спуститься вниз, чтобы получить посылку, отдать посылку. Мы получаем посылку, спрашиваем, можно ли осмотреть посылку.Мы осматриваем посылку, чтобы не было запрещенных веществ. 虽然能看懂汉字读出地址，但却找不到路，尤瑞只好求助于师傅。就是咱们要从这块，就是走，然后先去这个。看着师傅拿到寄件，麻利的进入内容，打印出面单，短短几分钟，一次揽件已经完成。因为师傅的动作有些快，尤瑞一些步骤没弄明白。他告诉记者，中国的快递和自己国家的有不少区别。怎么拿件？快递的时候，我看了你的手机有12块，10块。你就告诉他在线支付一下就可以了。В России ты, получается, должен обратно прийти на почту, взять свою посылку, в этой почте купить пакет или наподобие, какая у тебя посылка, получается, запаковать ее самим. Иногда они помогают запаковать. И потом оплачиваешь, пишешь адрес, куда надо отправить, номер телефона и отправляешь.根据快递公司的规定，一些包裹要在一小时内完成揽收。随着时间推移，需要完成的订单越来越多，遇到意外情况拖慢进度，这让他有些压力。Я уже третий раз звоню этому номеру, но он не берет, и времени нету, и надо ехать в другое место забирать посылку. 您有新的公司派单，您好。快递员赶着时间来收件，却空手而归，这种情况并不少见。跑了十几单，遇到不少被放鸽子的情况，尤瑞有些沮丧。你看这单就凉凉了，这单就不用取了。订单被取消了。К этому месту и звонишь человеку, а он не берет.Телефон, и потом еще или он переехал в другое место, или его нету, и получается это просто пустое время. За это время ты мог поехать в другое место, взять другие посылки. 出了几单了？什么感觉？脑子不工作，想吃饭。操着带口音的普通话跟客户约定上门时间，麻利的取件然后打包，尤瑞的工作渐入佳境。但马路上的一颗图钉中断了他们今天的工作进程。可能是上午那块拆迁，然后有钉子或者玻璃啥的，车胎扎爆了。为了不耽误客户时间，下午的订单只好都转给别人。快递员们推着三轮电瓶车去补胎。очень устал, спотел, нет сил уже толкать. А так нормально. 从早上7点开始准备工作，快递员们回到网点卸货时，天色已暗。一天收了30多个寄件，虽然仅有平时工作量的一半，但尤瑞感触很深。快递员的高效率给他留下深刻印象，他也希望未来俄罗斯能出现类似的服务，让更多人体会到快递上门的便利。Эффективность очень хорошая. Если, например, ты звонишь человеку, и человек сразу берет телефон,
не скидывает и молчит, то минут 5-4, быстро. Надеюсь, работники этой компании безопасно ездят на дорогах, побольше денег, зарплаты получается, и чтобы были они счастливы. Я надеюсь, что в скором времени и в России появится наподобие такой компании, что если будет такая компания, она улучшит и будет удобно населению отправлять посылки и не тратить время.